Сегодня президент провел совещание, на котором рассматривался план праздничных мероприятий, приуроченных к 22-й годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики. Министр просвещения Светлана Фадеева и глава столичной госадминистрации Андрей Безбабченко проинформировали главу государства о подготовке к самому важному празднику страны. Как сообщила Светлана Фадеева, специальный оргкомитет работает над сценарием. Было принято решение о проведении военного парада, потому что жителям нашего города особенно нравится просмотр таких военных парадов. Будут приглашены гости, мы надеемся на приезд гостей. Будут функционировать выносные кафе для того, чтобы жители нашего города могли отдохнуть, провести приятное время.